Наконец, снова в наличии стартовый набор, который я рекомендую всем, кто только начинает. Набор я называю «Эфпир и в мир». Он отлично подойдет как для вашей личной библиотеки, так и на подарок, если хотите порадовать своих англо-друзей. Все книги в картоне и собраны самые популярные классические истории, с которых вот стоит начинать знакомство с миром английской литературы. Великолепный Эрик Карл. Его «Today is Monday» и «Very Hungry Caterpillar». Целый набор мишек. «Brown Bear», «Baby Bear», «Polar Bear» и «Panda Bear». Все эти книги выглядят достаточно легко, из толстого картона, с яркими картинками, но не обманывайтесь, там очень много полезной лексики, которая будет употребляться каждый день. Супер трогательная книга «Guess How Much I Love You», «Good Night Moon». Это как «Спокойной ночи, малыши» за границей, «From Head to Toe». Книжка-зарядка с глаголами и действиями «Dear Zoo», книга с флэпами, где ребенок может полноценно принимать участие в книге. Я всегда агитирую родителей покупать книги с флэпами, чтобы ребенок мог участвовать в чтении книги вместе с мамой наравне, чтобы это было интересно и увлекательно. Изучаем дни недели, названия продуктов, чудеса метаморфоз, названия животных, цвета. Набор must have.